тих питань, які ми виставляємо. Так. Все зводиться до того, що там власні дозволити, не дозволити і так далі. У нас інше питання. Це внизу, так? Угу. Питання інше, які потрібно вирішити, які стосуються Антон Васильевич, смотрите, наша позиция такая. Ну, российский Овчаренко сидит там 15 человек, они не имеют ни архитектора. Подождите, давайте по очереди. Сидит там 15 человек, они не имеют ни архитекторского образования. Займитесь своими питаниями, слушайте. Да я вас не перебивал. Вам вопрос, именно по вам вопрос, потому что бескультурные люди. Вы решите, кто не как я не решу, сидят там люди, якобы, которые представляют громаду Минска, которые не имеют ни архитекторского образования, ни юридического, решают там вопросы. Этому на год даем, этому на 15 лет дает, потому что он член какой-то партии, этому вообще не дает. Мы спрашиваем, почему вы так решаете, каким вы законом пользуетесь? Один совет говорит, а мне так сердце подсказало. И вот эти вот люди, которые вот, вопреки обещаниям мэра, я считаю, его подставили, привели вот этот, к этому конфликту, они не то что в экономе, они вообще тут не должны работать. Потому что люди сюда поприходили, у них, они когда выступают, у них через слово мат. Ну, в этом плане, что закройся. Хорошо, вот, при людях. Стоит, сидят сейчас еще секундочку. Сидит там представитель Азова, вот, представитель общественности. Что он представляет? Какая за ним общественность? Это реально просто малолетки нацисты, которые ходят по киоскам, водят там великовозрастных людей и вымогают предпринимателей по 3000 гривен взятку за то, что якобы она продала ребенку сигарет. Там ребенок вот с третьим размером людей. Я вас не перебивал. Родину защищали. Да защищали. Донбасса нет, Крыма нет, да защищали. Вы миллиарды Порошенко защищали. Людини нема. Нащо ви його кого ви защищали? Нащо ви його трогаєте? Кого трогаєте? Кого ви виставляєте? Я спрашиваю. Слово до ти мене не тикай. Ти мене не тикай. Я хочу добавить к этому еще одно, что есть рабочий орган исполком, и когда принимается решение о выделении земельной делянки и надания земельной делянки, то мы бачимо. Вы конком не надаете земельных делянок. Не, земельные делянки надают какие-то решения в сессии. Тільки сессия. Я чую, что мы прочищали. Те, что мы не робимо. Як не робимо? Ну, виконком несе відповідальність за всі дії роботи міської ради. Ну, чому? Ви партіоти. Міська рада. Компетенція сесії Черкаської міської ради. А ви не помиляєтесь адресу? Ну, появуєтесь, так. Так це ж не земля. Давайте це появаємо. Значить, є.